Первая концепция была принята еще 5 лет назад. Прежний документ включал планы, намерения и стратегию развития бывшего военного аэродрома в поселке Луцики Даугавпилсского края. В ходе поисков перспективы предпринимались неоднократные попытки сдвинуть дело с мертвой точки. Исходя из документа, территория могла стать и пассажирским аэропортом, и логистическим центром для перевалки грузов. Старались заинтересовать и инвесторов. Но сначала постепенно затихли проявившие активность испанцы, чуть позже возможные партнеры из Казахстана. Еще до процедуры голосования специально для народных избранников провели презентацию, пояснив. С одной стороны, новая концепция стоимостью в 3000 латов, юридическая формальность, с другой – плацдарм для вновь открывшихся возможностей. Консультант мэра по юридическим вопросам Дзинтра Николаенко пояснила, что кроется за термином «новая». Потому что старая концепция, если можно так теперь это выразиться, она ведь принята депутатами в 2007 году. С этого момента уже прошли почти 5 лет. За этот период времени изменилось и законодательство, потому что мы же знаем, как претерпевает изменения в нашей стране законодательство. Да? И второе, у нас родилась возможность получить софинансирование из европейских фондов. И как бы упустить этот момент было бы неправильно. И поэтому, чтобы нас данное решение Думы пойдет уже на следующей неделе, поскольку оно уже принято депутатами, одобрено, оно пойдет в наше региональное министерство. После утверждения концепции в министерстве, как планируется, пакет документов должен пойти в Брюссель, где пока открыты окна для европейских вливаний в подобные разработки. Специально приглашенный эксперт по проектам в области авиации Гатис Кристапс поведал еще одну причину ускорить процесс хотя бы в подготовке необходимой документации. Даугавпилс может получить дополнительный бонус, если будет начато ожидаемое строительство атомной электростанции в соседнем литовском Висагинесе. Интересно зарубежным партнерам и возможное открытие нефтеперерабатывающего предприятия в Лауцисской волости. Известно то, что Даугавпилс должен начинать регулярные пассажирские и грузовые перевозки. Это означает то, что инфраструктура Даугавпилсского аэропорта должна быть построена, чтобы вовремя можно было обеспечить потребования по поводу воздушных перевозок. Если эта инфраструктура не будет построена до того периода, когда будет внедряться этот проект атомной электростанции. Если этого не сделать, другие региональные аэропорты будут использовать ваши возможности вместо вас, подытожил специалист.